Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Рады приветствовать вас в Центральной избирательной комиссии. Представлюсь. Мазурецкий Константин Сергеевич, член ЦИК России, и моя коллега Голованова Ольга Владимировна, руководитель управления аппарата ЦИК России. Мы сегодня работаем на приеме документов. Начнем с паспорта. Да, пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. Спасибо. Можем приступить к приему документов. Да. Пожалуйста. Нам надо зафиксировать время начала приема. Сегодня 18 декабря 2023 года. 16.36 только что было. 16.36. Пожалуйста, Владимировна, зафиксируйте. Нам также понадобятся документы в электронном виде и доверенность уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Мы попросим сразу техническую службу распечатать документ с флеш-карты и сделать копию доверенности финансовых уполномоченных. Копию мы оставим у себя, оригиналы передадим вам назад.